В эфире «Вести Ульяновск», в студии Владислав Витковский. Доброе утро. Смотрите в нашем выпуске. Штраф за канализацию. В Лаишевке жители многоэтажки оспаривают расположение выгребной ямы. На прием к врачу по законам живой очереди. Поликлиники работают в авральном режиме. В ситуацию вмешался уполномоченный по правам человека. И новые рекорды пары атлетов. Ульяновские спортсмены триумфально выступили в Сочи. Заложники собственной канализации. В весьма странной ситуации оказались жители многоэтажки в селе Лаишевка. У выгребной ямы дома появился собственник. Новый хозяин участка поставил условие: переносите канализацию, либо платите штраф. В проблеме разбиралась наша съемочная группа. 18 квартир, 50 жильцов. Дом номер 19 по улице Советская, типовой и как две капли воды похож на соседние. Канализация у них тоже похожа. Чуть поодаль от каждого дома находится своя выгребная яма, откуда отходы периодически откачивают. Но 19-му дому не повезло. У его ямы внезапно появился собственник. И новый хозяин яме оказался не рад. Если мы не убираем, то он как бы через суд идет и накладывает на нас штраф, арест. Ежедневно с нас будет он изымать 1700 в день штраф. То, что мы не убираем от его участка яму. Я просто не понимаю, как если сейчас это засыпать яму, просто даже как бы это куда это все девать. Ситуация, казалось бы, странная, но истоки проблемы местные власти нашли быстро. На тот период, когда строился многоквартирный жилой дом, не требовалось выделение земельного участка под выгребную яму. Все земли были государственного предприятия совхоза Лаишевский. И совхоз Лаишевский, как подрядчик строительства данного дома, они разместили вот расположение выгребной ямы именно в этом месте. С перестройкой и приватизацией в госсобственности остались только дороги, но долгое время жильцов никто не беспокоил. Хозяйственный владелец нашелся неделю назад и сразу начал застраиваться. Я с юристом приезжал, смотрели, осматривали участок, смотрели кадастровый паспорт, все, мы это все промерили. Мы замерили, что у нас граница вот здесь вот проходит. Юрист сказал, все, это твоя территория, бери, а дальше делай все, что ты хочешь. Сейчас у растерянных жителей много вопросов по межеванию данного участка. Я считаю, переноса выгребного ям нельзя делать. Перенести ее некуда. Вот эта дорога специально делалась для того, чтобы вывозить жидкие бытовые отходы с этого дома, с этой выгребной ямы. Но новый хозяин отхожей трубы остается непреклонен. Пускай собираются с управляющей компанией, обсуждают, решают, куда, где, как. И переносят, и выкапывают новую яму. Решили в плане, что есть эта яма. Дом построили, вон он в плане стоит. Да. Смотрите, Оксан, вот по этот стол, это мой земельный участок. Сейчас мы в срочном порядке сделаем необходимые запросы, свяжемся с управлениями, ответственными лицами, чтобы проверить документы, правильность оформления участка, после чего мы соберем совещание, будем искать компромисс с этим человеком. Еще в 90-х планировали, что канализация домов по улице Советская станет централизованной. Но развалившийся Советский Союз развалил и планы на единые истоки. Пока централизованно не будет водоотведения от многоквартирных жилых домов, эта проблема будет существовать. Она сегодня в этом месте выстрелена, завтра выстрелит в другом месте. Придет какой-нибудь собственник, скажет: ребят, убирайте. Застройка в селе идет активно. И гарантировать соседям, что их выгребные ямы не перекроют частный забор, никто не может. Ирина Силкина, Денис Миронов, «Вести Ульяновск». Региональная система здравоохранения сейчас находится в режиме повышенной нагрузки. Люди жалуются на большие очереди в поликлиниках, отсутствие записи к специалистам и отказы в проведении тестов на COVID-19. Такие обращения, в частности, поступают на стол уполномоченного по правам человека в нашем регионе. Вместе с Сергеем Люльковым на внеплановый визит в больницы города отправилась и наша съемочная группа. В тесных коридорах 4-й городской поликлиники не протолкнуться. В длинных очередях пациенты часами ожидают приема специалиста, рядового терапевта или более узкого профиля. Так, врачу пытаетесь попасть? Вообще не стал.
эшелонами никуда не попадешь. В некоторых случаях попасть даже сложно и в само здание поликлиники. Очередь может начинаться еще с улицы. Врач меня направил на контрольный снимок на флюорографию. Вот я пришла, спросила, все по живой очереди. Пошла в регистратуру, спросила, по живой очереди? По живой очереди. Вот стою на улице полтора часа. При этом поликлиники работают по так называемой талонной системе, которая в нынешних реалиях просто неэффективна. Получить заветный талон непросто, а если удалось записаться, то все равно придется пробиваться на прием по законам живой очереди. Мы максимально снимаем врачей. Бывает, снимаем 4, 5, 6, 8 человек врачей. Мы снимаем с приемов для того, чтобы обслужить температуру пациентов на дому. Ожидание врача дома может растянуться на несколько дней. Не дождавшись, многие вынуждены с температурой все же отправиться на прием в поликлинику. Таких пациентов в медицинских учреждениях сейчас принимают в отдельных кабинетах. Аналогичная ситуация и в первой городской поликлинике на Гагарина. В одном помещении два врача принимают больных с температурой и тех, кто уже поправился. Почему система сама устроена так, что в одном кабинете, куда приходят с температурой, приходят, направляют людей, которые должны получить выписку? Это в целом разумно, такая система? Иммунитет сформировался у этих людей. Для формирования иммунитета врачи настоятельно рекомендуют проходить вакцинацию. Если пока не от ковида, то хотя бы от традиционных сезонных инфекций. Третий раз прихожу, вакцины от гриппа нету. У меня графиковая работа, я в свободное время, когда могу, прихожу, а вакцины нет. Но нет, так нет. Чего ж теперь, давайте будем болеть. Кроме больших очередей, отсутствия записи к специалистам, люди жалуются и на необоснованные отказы в тестах на коронавирус. Обращения в попытке найти правду попадают на стол к уполномоченному по защите прав человека. Я попрошу в кратчайшие сроки разобрать ситуацию, почему стало возможным именно указанные мной факты. И в целом, каким образом все это будет устраняться. Олег Тюрин и Герман Баранов. Вести. Ульяновск. 210 новых случаев заражения коронавирусом выявили на территории региона. Под наблюдением находятся более 9500 ульяновцев. Только в медсанчасти имени Егорова сейчас лечится более 500 зараженных новой инфекцией. Как отмечает главный врач медучреждения, персоналу весьма непросто справляться с ситуацией. Обстановка действительно сложная. На сегодняшний день у нас 585 человек на утро. Реанимации тоже загружены. Ну, справляемся. То есть персонал работает. Конечно, сейчас нагрузка возросла вот за последние 10 дней. Ну, мы отмечаем рост по всей стране, поэтому Ульяновская область не исключение. По информации Юрия Келина, 40 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии. Но еще столько же в ближайшее время могут быть выписаны. Их здоровье уже не вызывает серьезных опасений. 70-летний Анатолий Сироткин провел в больнице полтора месяца. Из них более 20 дней в реанимации. Диагноз – ковид, осложненные пневмонии. После длительного лечения пенсионера выписали домой. На самом деле это очень страшно, когда твой близкий человек – он, ну, находится между жизнью и смертью такое продолжительное время. Вот. Собирали даже, ну, привлекали врачей из Москвы, был консилиум, потому что, ну, на самом деле у папы было очень тяжелое состояние, и честно, но мы, ну, не думали, что вообще можно так болеть, и, ну, не подозревали, что вирус может, ну, такие осложнения дать. И потом уже вот сколько получается, последние полтора недели его перевели из реанимации в общее отделение. В избежание заражения медики настоятельно рекомендуют соблюдать простейшие меры безопасности. Речь о социальной дистанции и средствах индивидуальной защиты. При малейших признаках заболевания нужно немедленно обращаться к врачу. Получение субсидии на оплату коммунальных услуг ульяновцам автоматически продлили на полгода. Право на нее имеют жители области, которым эта мера поддержки предоставлялась ранее. Это граждане, чьи расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают 22% от общесемейного дохода. Напомню, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, ряд социальных выплат был продлен на беззаявительной основе, в том числе субсидии на оплату ЖКХ. Получателям субсидии, которым она была продлена в апреле, нет необходимости обращаться с заявлением в МФЦ. Тем же, кто только сейчас получает право на такие льготы, пройти формальности станет проще. С октября этого года был изменен период получения заявителями доходов и также упрощена процедура предоставления самих доходов. То есть сейчас достаточно заявителю в самом заявлении
корректно прописать вид дохода и источник их получения. А уже органы социальной защиты будут по межведомственному запросу проверять эти сведения. И еще одна новость о многофункциональных центрах. С сентября жители Ульяновской области могут оплатить там налоговые платежи. Для этого установлены терминалы безналичной оплаты. Также это позволяет сэкономить время при оплате госпошлины и услуг ЖКХ. Для того, чтобы оплатить налоги, никаких особых документов не нужно. Либо это налоговое уведомление, которое приходит граждан на почту, либо они могут посмотреть это налоговое уведомление в личном кабинете налогоплательщика. С этим им тоже могут помочь у нас в МФЦ. Есть цифровые консультанты, которые помогут зайти на сайт ФНС. А вот сроки уплаты налогов при обращении в МФЦ остаются прежними. Платежи необходимо оформить до декабря. Ремонт в детской консультации в Сенгилеевской районной больнице завершат в ноябре. Рабочая смета составила 3 миллиона рублей. Еще 600 тысяч направили на приобретение мебели. Ремонт начался в начале августа текущего года. Уже выполнены демонтажные работы, заменены оконные блоки. Сейчас в помещении штукатурят стены, начинают отделку. Параллельно устанавливают дверные блоки. Кроме того, для детского отделения строят крытую колясочную. По оборудованию, вот по данной программе у нас тоже пришел УЗИ-аппарат. На 2 миллиона 993 тысячи. Да, это ремонт. Это для УЗИ исследований детей по программе детского здравоохранения. У нас здесь не было. У нас не было аппарата для детского УЗИ. У нас есть доктор, который обучен. Отремонтируют в Сенгилее школу имени Героя Советского Союза Николая Вербина. Точнее, ее третий корпус. И делать это планируют поэтапно. Пока здесь привели в порядок кровлю, заменили окна, обновили пищеблок. Потребности 2021 года – это ремонт туалетов, устройство наружной канализации, ремонт вестибюля, вот здесь вот, где мы сейчас находимся. Следующий, пожалуйста. Все это будет ломаться. Да, вот я хочу сказать, вот на данный момент ремонт вестибюля – это вот это все сломается, здесь сломается, соответственно, откроются современные окна, уже новые. Здесь будет очень светло. В ближайшие два года планируют отремонтировать центральный вход здания, обновить стены и потолок, коридоры, учебные кабинеты, а также ограждения. В планах региональных властей также отремонтировать здание Силикатнинской школы дополнительного образования. Учебное заведение ждет не только внешнее преображение, но и внутреннее. К творческому и спортивному профилю школы добавят еще и технический. А для этого необходимо дополнительное оборудование. Но начать собираются с ремонта кровли. Вести Ульяновск в прямом эфире. Продолжаем выпуск. Российский экспортный центр подвел итоги окружного этапа Всероссийской премии «Экспортер года». Награду присуждают успешным компаниям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся не сырьевым, не энергетическим экспортом. В Приволжском федеральном округе в лидеры вышли 10 компаний, среди них «Экспортер» из Ульяновска. История успеха этой компании началась 20 лет назад. За это время предприятию удалось стать крупнейшим производителем композитных материалов в мире. В этом году только за первое полугодие на рынке Европы, Северной Америки, Австралии и Ближнего Востока завезены более 10 миллионов единиц продукции. Реализованными нашими продуктами является композитная арматура, композитная сетка, композитная опора освещения, оконные конструкции на базе композитного профиля. Соответствие международным стандартам качества помогает расширять географию поставок. Компания прошла сертификацию в ведущих лабораториях США, Канады, Великобритании и Катара. Сейчас доля экспорта компании превышает 80% от общего объема производства. Мы стараемся клиенту предоставлять продукт, который дает ему премию технологическую и экономическую к нынешней ситуации, к рынку. И полное инжиниринговое сопровождение продукта на всем этапе. В этом году у компании появилась новая площадка для расширения производства. Ею стала особая экономическая зона Ульяновск. В следующем году предприятие планирует увеличить объемы в 3 раза. Первую серию оборудования запустят уже в декабре. Желание развиваться не осталось незамеченным. Высокую оценку работе промышленника дал Российский экспортный центр. В окружном этапе Всероссийской премии «Экспортер года» компания признана лучшей в номинации «Малое и среднее предпринимательство». Результаты премии показали, что все больше компаний из разных регионов нашей страны успешно поставляют свою продукцию и технологии на экспорт. Это говорит о том, что российская продукция за рубежом пользуется большим спросом.
Сегодня регион в основном экспортирует не сырьевые товары. Автотехнику, топливо, продукты неорганической химии, механическое оборудование, оптику, мебель, зерно. Реализуя национальный проект «Международная кооперация и экспорт», ульяновские производители строят амбициозные планы и рассчитывают удвоить объем экспорта к 2024 году. Кристина Агафонова, Екатерина Лазарева, Михаил Державин, Денис Миронов. Вести. Ульяновск. Визг моторов теперь будет постоянно разноситься над Инзой. Здесь открыли первый картинговый клуб. Заниматься в нем ребята могут совершенно бесплатно. Идею поддержал Богородице-Рождественский кафедральный собор. Подробности в нашем следующем материале. Гайки подкручены, топливо в норме, газ и тормоз проверены. Пора давать первый старт и открывать картинг эпоху в новейшей истории Инзы. Но вначале обязательный инструктаж по технике безопасности. Что ты хочешь остановиться, поднял руку и аккуратненько съезжаешь. Смотришь, в салоне никого нету, картинг как можно дальше убираешь трассу. Целый год мы к этому шли, готовились, собирали весь металлолом по Инзенскому району и области. То есть за копейки скупали, собирали. Вот на сегодняшний день у нас 7 единиц, которые на ходу, и еще 8, которые, то есть, в ремонте. То есть просим организации, Древзавод просим, там тоже помогают нам, то есть вытащить какую-то запчасть. Ну и так, то есть, как кто чем поможет. Вместо гоночной трассы – беговая асфальтовая дорожка еще с советской эпохи. Зато рев моторов горожан уж точно не побеспокоит. Первые заезды проходят на заброшенном инзенском стадионе «Строитель». Это вообще бесплатно, то есть ни копейки денег нам не надо. То есть у нас просто СТО, на котором как бы мы занимаемся этим. Я сам на этом вырос, родился на этом спорте, как бы, и хочу детям дать того, чего у них нету. Фанат всего, что дымит, коптит и несется с большой скоростью, Владимир Соболев может часами возиться с ребятишками и движками. Задача клуба простая – сделать занятия доступными для каждого маленького жителя. Я всегда рад, потому что ребята будет куда прийти, будет чем заняться. Это очень важно для молодежи. Ну, мы поддержали, частично помогли в приобретении картингов. Вот. И мы давно дружим. Мы, конечно, всемерно, чем можем, это поддержим. В конце заезда организаторы дали покататься и новичкам. Тут, как при первом прыжке с парашютом. Заезд тандемом. А всем тем, кто захочет прийти и познакомиться в картинг-клуб, его организаторы напоминают. Гонки – это сладкий приз за дни, часы и даже недели кропотливого ремонтного процесса. Кристина Агафонова, Дмитрий Гурин. Вести Ульяновск. Инзенский район. Ульяновские параатлеты установили новые рекорды России. С россыпью наград всех достоинств они вернулись из Сочи. Сборная Ульяновской области по легкой атлетике, составленная из спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, успешно выступила на чемпионате России на Черноморском побережье. В активе наших земляков 5 золотых наград, а также серебряные и бронзовые медали. На соревнованиях было рекордное количество участников, спортсменов. Более 500 человек. Город Адлер встретил нас хорошей погодой, 28 градусов. Неожиданно для нас из холода приехали туда. Даже была небольшая акклиматизация, так скажем. Ну и выступили, я считаю, вопреки всем сложностям в этом сезоне в связи с пандемией, более чем здорово, так скажем. Не ожидали даже, и у нас есть и рекорды России. Никита Катуков в своей группе завоевал 2 награды. В прыжках в длину ульяновец стал лучшим в стране, а на дистанции в 200 метров завоевал серебряную награду, уступив своему другу, спортсмену из Челябинской области. Но, как признался сам Никита, на дружеских отношениях это никак не отразилось. Конкуренция всегда есть, это радует. Старался показать наилучший результат, готовились. Ну, отчасти тяжело, коронавирус и пандемия внесла свои коррективы, но мы справились со всеми трудностями, и вся наша команда выступила достойно. Отдыхать этим сильным духом спортсменам некогда. Буквально сразу после возвращения из Сочи началась подготовка к зимнему спортивному сезону. В соревнованиях участвуют спортсмены-ампутанты, а также спортсмены с ДЦП и другими заболеваниями. Виртуозы вертикальной стены. Фотовыставка с таким названием открылась в павильоне «Гараж СССР». Экспозиция включает работы легендарного фотохудожника Леонида Лазарева,
Лебедева и знакомит ульяновцев с историей гонок по вертикали, одного из самых захватывающих и опасных цирковых аттракционов в Советском Союзе. Тематика выбрана не случайно. Родители Леонида Николаевича, а также его брат, были мотогонщиками, чьи представления поражали воображение. Момент. Вот Роман Мундингер, мой брат, на вертикальной стене без рук делает горку. Само по себе это ужасный номер, и можно воткнуться в зрителей, наломать дров, сломать чьи-то жизни. Я видел зрителей, выходящих после представления, со слезами. Они готовы были обнять, поцеловать, встать на колени. Девушки, которые писали стихи, влюблялись. Кроме того, представленные фотографии безымянного фотокорреспондента, все работы включены в большую книгу «Цирковая стена смерти в СССР», которую общественности представили сами авторы Леонид Лазарев и Ирина Зубова. Издание включает различные документы, в частности, афиши тех лет, а также личные письма артистов, которые открывают сложный контекст Великой Отечественной войны. Афиша аттракциона «Мотофигуристы» 1944 года. Это времена, когда Одесса была под фашистским сапогом. Заслуга Смирнова, художественного руководителя, он создал аттракцион не из дерева, а из металла, для того, чтобы выступать внутри цирка. Так получилось, что у него были две партнерши. Великая княгиня Наташа Андросова и Надежда Владимировна Мундингер Лазарева. Это моя маман. Успех был потрясающий. Все видели успех, восторг. А что за этим стояло? Вот как раз письма и открывают вот эту сложную историю. Особенно письма периода Великой Отечественной войны. Мы знаем, как проходила эвакуация. То есть вот открывается еще вот пласт, который непосредственно может быть вот так вот прямо и с мотогонками не связан. Первое в мире мотошоу с треком появилось в нью-йоркском парке развлечений Coney Island в 1911 году. Постепенно высота деревянных стен трека росла, поскольку различные группы мотоциклистов конкурировали друг с другом и стремились показать что-то особенное. Соперничество пришло к логическому завершению в 1915 году. Появились бочки с вертикальными стенами, по которым мотоциклисты мчались параллельно поверхности Земли, а инерция движения преодолевала силу тяготения планеты. Номер, выполняемый в такой бочке, получил название «Стена смерти» и быстро распространился за пределы США, оказавшись в СССР в середине 30-х годов. Авторы передали несколько экземпляров книги в дар Ленинскому мемориалу и ульяновским библиотекам. Прогноз погоды от Ульяновского гидрометцентра завершит наш выпуск. А у меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. Хорошего вам дня. ГТРК «Волга», Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области объявляет конкурс школьных и студенческих видеоработ прямо в «Прайм». Три возрастные категории, 5 номинаций и специальный приз – стажировка на нашем телеканале. Конкурсные работы принимаются с 1 октября по 30 ноября. Подробности конкурса и условия его проведения ищите на нашем сайте во вкладке «Конкурсы». Сегодня в Ульяновской области ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление существенно не изменится. Ветер южный, слабый до умеренного. Температура воздуха днем по области 16-21, в Ульяновске 18-20 градусов тепла.